Предатель Украины, бывший нардеп и кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат через суды. Об этом сообщается в журналистском материале «Громадське». По данным издания, уже через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата в феврале прошлого года Виктор Медведчук обратился с иском в Верховный суд. Он требует вернуть ему и его бывшим коллегам по ОПЗЖ гражданство Украины. Медведчук заявляет, что указ президента о прекращении его гражданства был принят с нарушением норм Конституции Украины. Отмечается, что 25 января этого года СБУ ходатайствовала о закрытии производства по делу, назвав иск Медведчука искусственным. Ссылаясь на то, что у Медведчука российский паспорт, он не ассоциирует себя с Украиной и перешел на сторону государства-агрессора. Однако суд отказал в ходатайстве. В то же время дело по возвращению депутатского мандата приостановили до решения по делу о возвращении Медведчуку гражданства. А вот заседание по делу о снятии санкций с Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которые ввела СНБО еще в 2021 году, продолжаются. Напомним, с 2021 года Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене, покушении на разграбление национальных ресурсов и содействии деятельности террористической организации. 27 февраля 2022 года стало известно, что он сбежал. Уже в апреле СБУ провели спецоперацию, в результате которой задержали предателя Украины. А в сентябре 2022 года его обменяли на 200 находившихся в плену украинских защитников. Сейчас Медведчук живет в России, откуда судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.